Значит, что ждет невротик или центрист от партнера или партнерши? Значит, он ждет понимания, одобрения, добрых слов, поддержки, умения войти в положение и телесных просто прикосновений, объятий. Вот. Не вот таких, как Шелдон, там его обнимут, он такой стоит, он конструктор, вот, в большом взрыве. А вот в большом взрыве, кстати, Леонард, невротик, он все вот такой, чтобы его Эми пообнимали, он к ней, она ему так, кш-кш-кш, не Эми, другая женщина, Пенни, вот, другие мне подсказывают, вот, я так невнимательно смотрю. Конструкторы, соответственно, что они хотят? Значит, они хотят, чтобы это было сложно, вот. Это было красиво, это было в чем-то вызывающе. И главное, очень логично. Значит, несовместимые вещи, вот. Поэтому они, значит, настойчиво ищут в партнере логику, вот. Но возбуждаются на странность, которую не могут себе объяснить. Именно поэтому в лекции, где я рассказываю про типы, я вот рассказываю, как в кавычках, идеальную пару. Мужчина конструкторско-шизоидного плана и девушка такого стероидно-рефлекторского плана. Вот, у них действительно постоянно искры между ними, так сказать, происходят. Вот, это, да? Вот. Но на самом деле конструктор, конечно, будет счастлив с другим конструктором, где им есть возможность что обсуждать, где как бы, им любопытны одни и те же вещи, когда они друг друга, там, сказать, в этом смысле поддерживают. Каким должен быть партнер для рефлектора? Для рефлектора должен быть партнер, вот опять же, просим невозможное. Вот. Этот партнер должен быть, демонстрировать бесконечное умение восхищаться, вот, так, чтобы просто можно было терять голову от того, как он тобой восхищается. Вот. А с другой стороны, он должен сам вызывать восхищение. То есть от него, сказать, нужно испытывать вот эту какую-то, ну, какую-то такую вот какая недостижимость, вот такая вот как-то оторопь, да, вот, почему всякие рефлекторы любят влюбляться во всяких уже звезд, да, потому что они и по молодости рефлекторство всегда сильнее, и все влюбляются, девочки, они все придумывают себе каких-то мужчин этих из кино, и домино, и прочее, и там смотрят на них, боже-боже, он недоступный, вызывает восхищение, а представляете, он идет, вдруг поворачивается и говорит, ты прекрасна, и все, ну, да.